Всем привет, друзья! С вами Валёк, и я продолжаю играть в игру GTA Online. Что ж, в принципе, и так видно, да? Понятно, в любом случае. Так вот, я планирую сделать в этой серии, я не знаю, больше как вопрос, поскольку мне надо заработать на новую квартиру, этот дом не катит для ограблений. Вот, нужно заработать на новую эту хату, дом, там, кому как, квартиру. И я хочу рассмотреть пару вариантов заработки в свободной игре. Ну, такие совсем маленькие, такие легенькие денежки. Так вот, да, заодно вопрос, какие есть еще варианты, кроме того, как я покажу. Что тебе Okay, даст? I've been asked to find someone to deal with Что an там? idiot who's annoyed the wrong people. You interested? Because you'll be well paid. Ликвидировать? Да легко. Так вот, какие еще бывают заработки в свободной, именно свободной игре, кроме, как, я не знаю, заходить в миссии. Вот. Так, мне нужна нормальная тачка. Игрок такой-то убил цель. Блин, не успел. Так, машина, машина. Ну, сейчас я, конечно же, пройдусь по магазинчикам, по всем. Там их полно просто. Просто море. Море. Играю пока на клавиатуре. Ну, я думаю, ничего. Эй, щит. Что тебе надо? Блин, такая машина уехала. Ну ладно, поедем вот на Камало, на Коломаге на это. Ну ты чего, мэн? Сразу ее погрохнуть нахрен, чтобы не знаю, не мешалось. Не пыталась уехать. Копы, блин, опять копы. Так, вы становитесь психопатом. Да и хрен с ним. О, меня сразу повыкидывало. А, наверное, меня перетаскивают в сервер, на сервер психопатов. Нет. Во, какую машину я взял. Точно. Вы один в текущей сети. Сессии. Блин, что ж такое-то? Бывает какая-то такая хрень на компьютере с этими сессиями. А, провайдера я поменял. Так что должно быть все нормально. Но все равно вот какая-то хрень такая. Ну ладно, хрен бы с ней. Либо из-за того, что я психопатом становлюсь, либо что. Сейчас я угонюсь от полиции нафиг. Угонюсь. Уйду от преследования. Уйди отсюда. Грех не пострелять просто. Бошку давай, хедшот. Хрен с тобой. Так я долго. Глава делает свое дело. Воу-воу-воу. Надо бежать. Я чувствую сейчас, я тут просто не просто заработаю денег, а нарвусь на неприятности, на небольшие. На небольшие. На очень большие. Просто. Нафиг, надо отсюда гнать. Вертолет, блин. Самое лучшее средство, кстати, от ухода. Блин, гад! От ухода от вертолета это туннель. Туннель железнодорожный, который в пустыне Лос-Антоса находится. Так что все будет просто, я считаю. Если, конечно, он не все колеса не прокулит. Так, надо съезжать с дороги вообще. Ну, тут куда съезжать-то? Ну, все колеса попрокалывали. Да сколько как... Блин, на льду буду. Хотя уже как на льду. Но все-таки два колеса еще держат. Пора менять тачку. Щит. Ругается баба. Да что ж ты будешь делать? Ай. Управление на клаве я уже почти забыл, блин.
вали отсюда, машина, вали, езжай, быстрее, 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 быстрее. Вот на джойстике можно было бы легче тронуться. Немножко добавляя газ, вот, стопудово, вот прям честно. Так, давай. Ну, начинается возня. О, машина. Нет, мужик. Просто и со вкусом. Вот то, что надо. Не быстрый, но зато я думаю, хоть по горам он будет лазить. Сбить. Пнуть. Пнуть, самое главное, пнуть пешехода, не забыть. Что-то мне с местностью не особо повезло, одни горы. Невозможно же так играть. Взял на копов, нарвался, блин, приехать не успел. Кстати, кто? Чё за ботва? Когда они успели мне колесо проколоть? Блин. Кто-то сейчас сдохнет, по-любому. Сану бич. Кто хочет поиграть, пожалуйста, вместе поиграем. Добавляйтесь в Steam, в Social Club. Я также везде. Так, Спенс. Ну, что и следовало ожидать. Неправильная тактика ухода от полицаев. Говнюки. Просто говнюки. Как это нажать, убрать? Убрать пистолет. Хрен узнает. Так, ладно, где у нас тут? Ближайший пункт выдачи денег. Выдача денег сейчас. Дойдем до него просто. Ну, не дойдем, а доедем, конечно. Через речку будет, я не знаю, проблема, что ли. Ё-моё! Фу. Да он просто Спайдермен у меня персонаж. Плыви, 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 плыви. О, молодец. А речка не такая бурная. Арчушка. Так, машина бы поприличнее. Вот. Что-то старая развалюха, блин. Ну давай давай с вами развалюху. Эй, Господи, она не едет. Да я тебе денег дам побольше. На, забирай. Что надо? Что, слышь, да? Не, это тоже не пока. Ну поехали на развалюхе, на старой. Она сейчас умрет просто. Просто помрет машина. Запорожец. Вот, вот, вот это вот хочу. Ну, остановись. Не езжай туда. Остановись, я тебе говорю. Какая-то новая машина, что ли, похоже? Не, вроде была такая. Как она? Чего? У себя? Не знаю таких машин. Москлар. Как они? Москлар, наверное. Короче, задний привод. Не буду ломать язык. И едет она тоже как-то не айсово. Так, нам сейчас главное подзаработать деньжат чуть-чуть. Чтобы, я не знаю, ограбление хочу наконец-таки. Поиграть немножко. О, магазин. Магазин по пути, отлично. То, что надо. Сейчас мы местному продавцу покажем. Эй, не ломай. Можно наставить пистолет. Вот сейчас. Один вариант. Good evening. Oh, good God, no. I cannot go any faster. Давай, давай, давай. Разбивай. Там кричать, ё-моё. Давай, открывай, блин. Быстрее, 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 быстрее. А то я тебе сейчас все сломаю нафиг. Можно его прикончить, а то иногда они оружие достают. И убивает просто такое оружие, блин, с одного выстрела. Так, нафиг, все. Валим, валим. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, нафиг отсюда.
Можно как-нибудь, конечно, запилить стримчик по GTA 5. Ну, GTA Online. Блин, но джойстик надо. Джойстик не могу. Ну вообще. Эх. Не падай, не падай. Вот управление всей лобной, там, перевертывание машины и так далее. Управление машины в воздухе производится на кнопочке нампада. Они у меня есть, да, на ноутбуке. Ну, блин, отрывать руку от мышки и тянуть, и... Так, ну, по сокращенке так поеду. Пока ночь. Ё-моё! Ух, блин, начинается. Не начинается. Нам не туда, к сожалению. Вот здесь сейчас с ветерком прям. Ух. О, сейчас начнется. О, вот теперь точно начнется. Прям машинку надо в гармошку превратить. В хлам ее разбить. В гармошку превратить. Машинку в хлам разбить. Прям песня целая. Песня GTA 5. Вот забор остановит. Отлично. Крепкая тачка, однако. Да. Нет, нет, сраная клава. Блин, я не могу. Меня сейчас бомбить будет просто. Клава все портит. Здесь неплохо. Вот эта вот неплохая машина. В принципе, я. Yes, we open. Сейчас я тебе так открою. Давай поговорим. Отлично. И сами берем деньги. Тут прорывается не может. Можно его просто грохнуть. И все. Вырубить нафиг. Ну, мешается. Так, и сразу я буду стремиться к тому месту, чтобы показать еще один заработок. Свободной игре, именно свободной игре. Ни миссии, ни какие там это. Что, я не знаю, подзаработать. Ограбление-то мне недоступно. Поэтому я буду использовать свободную игру для заработка. Так более интересно. LCPD. Нет, не остановлю. Тихо. Да, заносит, блин, ничего с этим не поделаешь. Вот это пошустрее, хоть и постарее выглядит-то. Копы, никуда от вас не деться, не заносись. Дрифт. А, блин. Что ж, да, блин. Ну вот, дорога. Отбойник, о, отлично. Я так просто так не сдамся. Хрен. Что? Опять? Блин. Сейчас попробую бить, скажем. Ну, не. Нет. Да. Так уже просто не уедешь. Но все равно... Еще одну. Да что ты будешь делать с ними? Ладно. Да все равно не догонишь. А вот с управлением непорядки. Блин, да что ж такое-то? Я просто... Либо копы стали сложнее, либо я стал играть хуже. Ну, наверное, я стал играть хуже, потому что у меня перерывы редко играю в GTA уже. Да не уже, на запись вообще редко. Зато метка. Устроить небольшой дебош в Лос-Анце. Хорошо. Да хватит тебе материться, блин. Он говорит, наконец, останови, блин, свою чертову тачку, блин. Что-то там... И прочие ругательства. Тогда не поворачивают вообще.
кусок дерьма. Ну просто не ругаться невозможно. Щит! Да. Ничего, ничего. А там есть железная дорога. За мной копы? Ты они меня даже... Уа! Нет, 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 нет! А-а-а! Блин. На пляж, на пляж. Красивая машина. Давай, давай, давай. Нафиг, нафиг, нафиг. И что, я просто тупо уплыву. Вон они едут. Надо быстрее, 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 быстрее. Беги, 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 блин. Фух, убежал. Нет, не убежал, блин. Вон там какой-то островок есть. Я свободен. Главное не разбиться. Фу. И вертолет меня не найдет. Нет, он стреляет. Куда ж ты... Блин, как плыть? Я сейчас просто тупо задохнусь. Мне же... Вы погибли, блин. Это, наверное, самая неудачная серия, которая есть вообще. По GTA. Я появился, блин, на этом острове. Так, выбраться бы. Там как раз по пляжу проехать. Немножко. И будет нормально, в самый раз. Она вообще на песочке вообще ни капельки не поворачивает. Но к чему я еду? Там есть Лос-Сантос. Лос-Сантос Кастомс. Ну, гараж, да. Ну, автосервис. Гараж. Так вот, в нем можно загнать автомобиль какой-нибудь. Только не шибко дорогой. Просто они не примут, типа ворованные и все такое. Просто загоним, получим. Не знаю, хоть сколько-нибудь, я уже не помню, сколько дают, но раньше вроде много давали. Ну, не совсем много, но более-менее. Главное, не помятый. Вот я сейчас угоню. Довольно неплохой автомобиль, только медленный. Щит. Они другого американца слова, наверное, не знаю. Щит, щит, дерьмо. У них небольшой словарный запас по поводу ругательств, по ходу дела. У какого типа, что ли, такого угнал машину? Ни хрена себе! Это теперь что? Как NPC могут награду за голову ставить? Я не понял. Даже интересно стало. Он угнал какого-то NPC, чтобы машину, а он тут награду за бошку дает. Что-то мне, наверное, сейчас не поздоровится. А хотя что, меня от сервера отключило, блин, просто. Жалко, конечно, что так вышло. Но все равно. Можно, конечно, к сессии подключиться. К новой. Эй! Ну, сегодня мы просто чисто рассматриваем пару таких вещей, как дополнительный заработок. Так, ну вот, есть продать. И за сколько мы ее продадим? Ну-ка. Всего-то 2200. Да. Иногда проще, я не знаю, миссии или мини-миссии выполнять. Ну, это так, дополнительный доход какой-нибудь. Сразу я переведу на счет. Пополнить. Целиком. Так что вот так вот, друзья.
Ну, как-то так. Если... О, игроки появились. Если кто-то знает, как есть... Как есть, как заработать в свободной игре. Что он говорит? Угнал машину? Как посмотреть людей? Сейчас я найду кнопку. Надо держать мне. Нет, опять не так. Да. Нет. Нет, нет. О! Много народу. Так что народ есть, есть. Эту машину я, пожалуй, заберу домой, и сейчас доедем до дома, да и буду заканчивать. С полицаями доедем или нет, уже не знаю. Ну, с американцами играем. По-моему, здесь всегда... Всегда разные. Так, хата. Далековато, вот, кстати, блин, тоже. Я, наверное, с таким же значком. Ничего, у меня сейчас машинка шустрая. Надеюсь, не успеет меня кикнуть. Ну, убить. Сейчас быстренько долетим. Постараюсь не разбиться. Можно коп прихватить, как всегда, в дорогу. Чтобы веселее было лететь. Яу! Круто, да? Сам чуть не врезался. Так что жду комментариев, есть ли дополнительный способ какого-то, я не знаю, заработка простого. Чтобы так. Ну, чтобы получше, я не знаю, машин продавать. Не же. Ну, конечно, довольно-таки можно наживиться на ограблениях магазинчиках этих. Постоянно их посещать там за сессию. Ну это так, это не об баснословных суммах там денег, миллионы, как, допустим, в ограблениях именно в заданиях. Или выполнять задание Симона там. Именно речь идет о непосредственно свободной игре. Так, взял, поехал, там срубил бабла. Немножко. И все. И довольны. Так что если вы знаете способы, то... Пишите, я жду. Всю машину разбил уже. Самый нелюбимый поворот. Самый такой неудачный просто. Ну и, конечно же, тоже пишите, кто хочет играть вместе, позаписываем. Или просто там, я не знаю. Ну, просто в GTA я редко играю. Так что на запись, чтобы, я не знаю, пофаниться нормально. Повеселиться там. Народ... погандушить. Как пьяный просто. Просто как пьяный. Так что сейчас быстренько добираемся и все. Да чё, блин, я не знаю, мучить. Зато скучно. Он умер. Еще помучен народ, так это догоняю, буду догонять машины. О, хорошо, в поворот вошел, да? Все, копы есть, отлично, сейчас. А то скучновато становится просто так ехать-то. Как же без копов-то? Блин, пока они доедут, я не знаю. То они, блин, сразу на месте, то они едут хрен знает сколько, ну хрен поймаешь.
Надо подебоширить побольше. Вон машинка. Убил? Не, не убил. Охота за тачкой. Есть. Ну опять меня назвали психопатом. Почему бы и нет? Чё тут? Я не знаю. Надоел. Вот и копы. Ха-ха. Сейчас еще один. Я специально даже притормажу. А, ты тоже стреляешь. Ну, давай, давай. Чё-то их много стало, ну, пора валить. А то сейчас грохнет нафиг опять. А, попал, попал. Шухер. А, вот они. Всё-таки ставят эти шипы. Щит, мэн. Какой-то машин сцепился. Он тоже, он, наверное, перепутал просто. Ничего, ничего, крепкая тачка. Нафиг. Какой магазин? Почему я поставил метку на магазин? Так, какая там кнопка? Не это. Вот это. Все, отлично. Да, в ту степь. Именно в ту сторону надо. Сейчас вот так, так, так. Плавненько, плавненько и разгончик. Они меня найти не могут. Охренеть. Машина не управляю, как летит, так и летит. В воздухе. Ух ты, блин, спецназ. Прям опасно. А, блин, начинается. Как он, блин, целится в колеса? И до дома осталось буквально чуть-чуть, несколько метров. Да, арсенал-то у меня небольшой. Ну, наверное, просто потому что я не задрачиваю игру до дыр. А то, может, просто, я не знаю, тупо надоест. Давай уже, давай. Тих, домой-то зайти, можно будет заехать, зайти. Давай. Ладно, тогда сваливаем. Просто сваливаем. Блин. Да, вроде хороший дом. Я не знаю, почему ограбление не хотят работать. Что-то высоковато. Нет. Ох ты. Это очень больно, наверное. Надо, наверное, какой-нибудь вот такой дом. Совсем большой. Давай. Ты что ж ты тупит просто, я не знаю. Персонаж. О, не, надо это от них избавляться, как ни крути. Просто. Их просто уже толпа большая. Ай-яй-яй, ух ты, блин, целая очередь. Чуть не убили. Ну, наверное, все-таки меня ждет эта участь. Да. Ты вякаешь-то? Не. Не. Машина хоть и кал, но не знаю, как я выпутаюсь из этой ситуации. Раньше, да я даже от 5 звезд уходил.
Ну, это на плойке, на третьей. Так что... Да и, в принципе, GTA Online, по-моему, очень сильно усложнился с тех пор. То же самое, угон истребителей стал намного сложнее, чем был раньше. Поэтому, наверное, полицаи покрепче стали. Давай, давай! Нет! Прям в упор, с дробаша. Ну ладно. Ну и на этом, друзья, я закончу. Всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх. Я жду ваших комментариев по поводу дополнительного заработка в свободной игре. Ну и подписывайтесь на канал, если не подписаны. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте. Там графики всякие, видео, там некоторые новости и так далее. Ну и ждем. Ну и пока.